17 спортсменов от нашей страны будут представлять Кыргызстан на Олимпийских играх в Токио. Один из них – капитан сборной Атабек Азизбеков. Он получил лицензию на участие в летних Олимпийских играх, победив на соревнованиях в Нур-Султане. Спортсмен шел к этому знаменательному дню более 12 лет. Ну, ожидаем хорошие, успешные выступления на Олимпийских играх. Как вы сами знаете, мы к этому очень долго шли. Ну, получается, с детства. Я думаю, иншаллах, мы к этому Олимпиаду хорошо подготовились, хороший сбор проводили. И я думаю, у нас будет медаль высшей пробы. Глава кабинета министров Улугбек Марипов встретился с командой страны в госрезиденции Аларча. Он поздравил всех товарищей по команде с включением в состав олимпийской сборной и пожелал спортсменам успешного выступления. Улугбек Марипов отметил, что им придется бороться в условиях сильной конкуренции на пределе человеческих возможностей. Я уверен, что вы сумеете все преодолеть и выступите достойно. Участие нашей команды в Олимпийских играх в Токио вселяет в нас чувство гордости за страну, служит прочной основой для патриотического воспитания молодежи. Вся страна душой и сердцем будет болеть за вас в надежде услышать гимн Родины. Успешных выступлений и новых побед спортсменам пожелал и глава государства. Для поддержки сборной был установлен призовой фонд. Так спортсмены получат за победу на Олимпиаде в Токио 10 миллионов сомов, за серебряную медаль 7 миллионов сомов, а за бронзовую 5 миллионов сомов. По традиции в завершении встречи величайший кыргызский советский тяжелоатлет, победитель Олимпийских игр 1980 года в Москве, четырехкратный чемпион мира и двухкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Каныбек Османалиев дал благословение нашим олимпийцам. Кроме этого, денежное вознаграждение будет выплачено и тренерскому составу. Главному тренеру будет выплачена сумма в размере 30% от денежного вознаграждения спортсмена, старшему и личному тренеру в размере 25% от денежного вознаграждения спортсмена, первому тренеру в размере 10%. Медицинскому персоналу будет выплачена премия в размере 10% от общего призового фонда чемпионов и призеров Олимпийских игр. Мирима Саналиева, ЛТР, Бишкек.